Полицейские раскрыли кражу из авто по горячим следам. Найти злоумышленников удалось благодаря записи на видеорегистраторе патрульной машины. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Андрей Гаврилов ночному визиту полицейских удивился. Как оказалось, житель Петропавловска даже не подозревал, что его любимый автомобиль остался без аккумулятора. Пропали и другие ценные вещи. Вечером приехал, поставил машину, как обычно, все время ставлю ее здесь. Позвонил сосед 15 минут второго ночи в домофон, сказал, что вскрыли машину. Грабители задержали сотрудники ДПС. За годы службы полицейские научились определять потенциальных злоумышленников по поведению. Их внимание привлекли двое молодых людей. При виде патрульной машины они поспешили скрыться. Во время патрулирования на пересечении улиц Жабаева-Чкалова мы заметили двух подозрительных молодых парней, которые перебегали проезжую часть, и у одного в руках был предмет, похожий на аккумулятор. Они забежали в сторону гаражей, где их ожидала автомашина ВАЗ-2106. И сели в машину, пытались скрыться с места происшествия. Задержанных доставили в первый отдел полиции. Одному из грабителей всего 18 лет, второму 22. В отличие от подельника, он уже был ранее судим за аналогичные кражи. Алина Бржанова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.